Алексей, привет, это Максим Кац. Я был заместителем начальника твоего предвыборного штаба в 2013 году, и тогда и я, и многие из нашей команды, из городских проектов пришли в твой штаб и помогли достичь на выборах того результата, который был достигнут. Те направления, за которые отвечали мы, это встречи твои с избирателями и кубы, на мой взгляд, шли неплохо. Но вопрос у меня к тебе теперь такой. После выборов часть команды, как ты помнишь, ушла работать в ФБК, а другая часть стала действовать независимо. Многие остались с нами в городских проектах, некоторые ушли сами по себе. Но по опыту прошедших 3 лет так получается, что ты полностью игнорируешь другие независимые проекты, которые делаются не под твоим началом или не с твоего одобрения. В частности, если говорить про нас, ты никак не высказывался о крупных общественных кампаниях, проводимых городскими проектами, не высказывался относительно моего участия в выборах в Московскую городскую думу, хотя я, конечно, рассчитывал на твою поддержку после длительного и успешного волонтерства в твоем штабе. Ну и сейчас ты никак не высказываешься о кампании Дмитрия Гудкова, где я и работаю начальником штаба, и многие из той команды, которые работали тогда в 2013-м, участвуют и в этой кампании Дмитрия Гудкова. При этом ни в одном разговоре со мной, ни публично, ты никак не объяснил причины, по которым возникло такое отношение. А в частных разговорах с другими известными людьми, насколько я знаю, ты вообще говоришь обо мне нелицеприятные вещи, на которые я не имею возможности ответить, так как это проходит за спиной. С чем связано твое такое отношение ко мне и к команде, которая немало сделала для успехов на выборах в 2013 году?